Дорогие друзья, смотрите. Знаете, это что? Это тыква. Мы покупали как-то магазин тыквы, и там семена были. Мы достали, часть из них уже были проросшие. Но явно отдадим курям, а которые не проросшие, будем позже сидеть. Потому что мне кажется, да, что у нас сейчас? 25 февраля. До посадки за 2 месяца, представьте, что с ними станет. 1,9. Вот такие вот штукенцы. Курям придется отдать. Пусть немножко еще пару дней постоит, зелень хоть курям будет. Пишите, что вы думаете. Ну, это вот семена тыквы, которые магазинская. Жалко, конечно, ничего теперь. Так, муж съездил в город. Показываю вам покупки, что купил муж. Вам нравится, когда муж покупает. В целом. Томатная паста, мы всегда берем большую банку, нам ненадолго хватает. Что это он решил ножницы взять? У нас ножницы уже столько много, но у нас нынче одни большие сломались. Батарейки, ну вот эти вот батарейки неплохие. Я их уже не стала брать. Так, ну-ка тихо! Марина, отстань от стула и не кричи. Они там играют на полу, сидят в игру. И орут, как стомашары. Так, ну себе он, конечно, любимый здесь пакеты взял. Кто там пришел еще? Егорка. Егорка пришел в сарай, как ходил, видимо. Арахис без добавления соли. А, да, он еще вот это вот купил. Томатную пасту. Фу, томатную пасту, томатный сок. У нас его мало кто пьет, в основном он себя пьет. Чай традиционный Липтон. Черный. Чай у нас тоже быстро улетает. Опять. Так, ну-ка подождите, дайте я засниму. Начинается тут пряканье. Потом вот такие вот батарейки еще. Ну, вот, мне они не очень, эти батарейки, нравятся. Ну, ладно. Одну банку шпрот взял. А что одну? Там... Арахис. А, нет, 2 банки шпрот. Я просто не заметила. Шпроты. Арахис тоже 2 пачки. Ну и у деток любимые. Это их именно вот эта вот смесь арахисовая. Арахисовая смесь с фруктами. 2 пачки взял тоже. Сейчас покажу следующие покупки. Ой, стул сюда подвину. На стул поставлю, потому что так тяжело держать. Ну, в первую очередь, это он купил стаканы. Ну, блин. Владика, стаканы почем? Сейчас специально посмотрю. Стаканы. 83 рубля за 12 штук. Блин, да что так дорого-то? Нам не в оптовом магазине взять. Там 50 штук. Дешевле куда выходит, чем вот это вот. Ну, 2 пачки, короче, стакана взял. Это мы под рассаду хотим. Так. Яблоки. А вот и так все перепутано. Чего? 83 рубля это за 12 штук. За 24 штуки, я поняла. Одна 41,99. Но это все равно, Влад, дорого. Я на оптовке беру, там дешевле. Так, масло вонючка. Многие смеются, почему я так называю. Так, дальше. Курицу он взял. Курица, сейчас скажу, почем. По 132,89. Тут у меня просто чек. И я смотрю, масло растительное нерафинированное. 89,99. Бананы взял. Так, а бананы почем? А тут на бананы. Бананы, видать, в другом магазине убрал. Или нет, магнит написано. Цена со скидкой. Стакан, молоко. А вот бананы. 82,99. Бананы. И 2 пакета с молоком он еще взял. Все, вот такие вот в целом у него сегодня покупки. В одном 1000, в другом 500, 1500. Все, все покупки. Вы что еще ждете? Все. Пишите, что думаете насчет вот этого. Очень буду ждать.
сели. Дорогие друзья, у нас сегодня воскресенье. Я уже развесила белье. С Оксаной делаю уроки. Ну, а муж сварил вкусный-привкусный борщ. У него это лучше всего получается. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы еще поставили квасить капусту домашнюю. Будет вкуснятина тоже. Уже, видите, рассол. А потом этой шпажкой прокалываем, и все, и будет классно. Погода у нас вроде на улице. Но опять не знаю, что, но у меня давление под 140 подскочило что-то. Таблетку выпила, что врач назначила по четвертинке пить. Ну, спала до 120 и держится, и голова виски разломается. Ну, ничего. И да, рассада подросла кабачков. Но мы хотим потом это курям отдать. Куда ее? Она, представьте, еще 2 месяца будет расти, а у нас снег еще вон по самое не хочу. Ну, хоть курям будет микрозелень. У нас, ребята, день. Ну, как день? Вечер, уже 5 часов. Я вышла на улицу, у меня очень сильно болит голова. Давление под 130 подскочило, и не знаю, что. В целом, пойду прогуляюсь до магазина. Оксана в школу как не сходит, обычно приходит без клея. Она меня задолбала уже за этот сезон. Я столько раз ей клей покупала. В этот раз она, я ей большой толстый клей купила. Но она опять в школе его посеяла. В оконцовке я опять иду покупать ей клей. Потому что нынче она брала Машин и опять пришла без клея. Видать, кому-то дают, а ей потом не возвращают. Да, Тайсон? Так что вот такие вот дела. Пойдем сходим, клей возьмем. Какой у нас тут есть в магазине? У нас тут редко бывает хороший клей. Ну, пойдем посмотрим. Погода на улице хорошая. Такая теплая. Прям благодать. Ладно, идем в магазин. Сходила я, прогулялась. Заодно по пути зашла в магазин. Взяла баночку имбиря. Батон. Дома хлеб заканчивается, поэтому 2 булки хлеба взяла. Так, по пути сразу все уже. Яблочек взяла, потому что вчерашние яблоки уже все съели. Так, ну-ка, кыш отсюда. Сразу приступали все. Крекер взяла. 2 штуки. Оксане клей. Еще, вот я не понимаю как-то. Она в школу идет. Каждый раз берет новый клей. Приходится школу без клея. Вот как так умудряться? На, я уже устала покупать. И ведь никто потом не возвращает ей обратно клей. Она там с кем-то, с ребятами делится, и потом ей не возвращают клей. Больше покупать не буду. В целом, потом ватные палочки взяла. Закончились, потому что ватные диски, 2 пачки, потому что у нас Свет их просто использует как не знаю что. Дальше взяла себе вот такую вот краску для волос, сегодня буду краситься, и еще взяла кое-какие семена, у нас тут привезли опять, это салат кучерявый грибовский, потом салат листовой, петрушка обыкновенная листовая, укроп обильный, потом вот такие вот астры и астра смесь на срезку в школу, чтобы вырастить. Ну, вот такие вот в целом все покупки. Голова болит ужасно. Ох. Одни баночки для семян тут стояла. Куда ее уже дели? Не больно. Мама болит, а, не больно. Тут папа уже переделал все. Ладно, сейчас
Сейчас сделаю по-другому. Тут уже все переделали. Вася пакет уронила. Ладно, хорошо, уронила, так уронила. Так, ладно, вот такие вот ребята в целом друзья. Можно? Покупки сейчас, подожди, да, Мариночка. Ладно, скоро в баню пойдем, баня тупится. Сейчас намажу волосы. По идее, должен получиться вот второй оттенок, видите, вот такой вот. Ну, посмотрим, что получится. Кошка тут ко мне лезет. Убери, пожалуйста, пакет на место. Все, всем хорошего вечера.